Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции Серпухов. Мероприятие направлено на снижение количества случаев смертности и травматизма. Представители администрации городского округа, начальник штаба гражданской обороны станции Серпухов и сотрудники административно-пассажирской инспекции провели с гражданами разъяснительную беседу и раздали информационные листовки. Сотрудниками линейного отдела полиции также были пресечены попытки перехода путей в неположенном месте. Помните, железнодорожная станция не место для игр. Берегите себя.